Здравствуйте, спасибо. Мы осознаем, благодарим за нахождение в такой низости. Должно ли это быть в радости? Должны ли мы радоваться в этот момент? Если я действительно правильно представляю себе, что я получил это от Творца, это уже радость. Даже самое плохое состояние. Но я получил это от Него. А если от Него, я получил это на пути к цели. И поэтому у меня уже есть в этом какая-то радость. How can I be sure with all these discernments that it's not an egoistic calculation? Как я могу быть уверен со всеми этими выяснениями, что это не какой-то эгоистический расчет? Ты не можешь быть уверен. И ни в чем. Но если ты представляешь себе, что ты получил это от Творца, и сейчас, если ты связываешь эти вещи, которые есть в тебе, разум и сердце, и все, что, короче говоря, происходит в тебе, ты связываешь это с Творцом, уже ты можешь направить себя правильно на реакцию, на действие. И если ты сделаешь это так, на несколько действий, то ты увидишь, что ты начинаешь чувствовать, что действительно у тебя есть как раз именно в таком виде связь с Творцом.